Да, всем привет, ребята. Это шахматный феникс и ставим мат ладьей. Да, Александр Гладков, участник нашей группы, нашей команды на планете, и играем не в ты же ты. Чтобы он сразу почувствовал неладно. Так, и не забывай, тут видишь контроль времени 3 плюс 2, и тут тяжеловато будет срубить флаг. Да, еще хорошие шансы, что наш соперник сдастся, если что-то пойдет не так. Да. Вот мы побили коня на g4. Александр, Алексей или Александр, кто это? Александр Гладков. Все, привет Александру. Надеюсь, он не будет героем этого ролика. Александр без коня тем временем. Ну, видимо, за компенсацию. Ну, сейчас пойдет ферзь d3, смотри. Так я попробую пойти. Без фигуры. Ну, фигуры, да, некоторые нюансы, конечно, есть. Так, ну, пешку отъели. Все наши ладьицы, то есть все наши 7 пешек, которые мы должны превратить в ладью, с ними все нормально. Да. И нужно вре... Да нет. Слушай, мы отнимаем рейтинг у Александра, это не совсем правильно, мне кажется. Не хочет Александр больше играть. Ну Ход ладно. мы не будем принимать, потому что это... Да, нажмем на паузу. Да, и продолжаем мы. Ходи, бутерган. Да и без разницы. Это надо уйти в эндшпиль, правильно? Ну да. Больше менять ферзей там всего остального. И провести ладью. Да, то есть желательно получить эндшпиль с проходными. Как это осуществить? Нам превратим пешку в ладью, соперник может подумать, что мы издеваемся, и сразу сдаться. В общем, это тоже будет не так просто, как я предполагал. А мат ходом короля это будет просто? Мат ходом короля хотя бы... Ну, в общем, это вообще ведь нереально. Не, ну это... Там, по крайней мере, идея понятна. Хорошо, вы нам хоть простили этот мат пешка аж. Это не может не радовать. Ну, просто кто там чуть-чуть начудил. Кто же это мог сделать? Ага. Ты не хочешь поменять ферзей? Я хочу все поменять. Получше ничей на эндшпиле будет ничья. О, качество. Вот сейчас поаккуратней. Что, соперник, кстати, играет очень быстро и очень сильно для своего рейтинга. Или нет? Он уже без качества, по-моему, нет? Ну так в качестве это не так много. Ну и f6, f6 и 5. Не. Не. О, еще пешечку отъели. Я не буду ее брать. Почему? Ничего не нужно. Я бы взял. На c2 она, конечно же, вкуснее, да? Нет, я хочу фрезяный. Ну, тогда да. Что как-то матом пахнет, надо быстрее фигуру менять. Ну вот, сейчас все поменяется. А как? Ну как-нибудь. Ферзь e4. Неплохо. Потому что ты начинаешь что-то понимать. Теперь нам надо как-то 2 минуты отдать в этой абсолютно выигранной позиции. Давай ты не будешь ходить, а я нажму на паузу. Ну погоди, может у него сейчас проходные пойдут. Ну вот смотри, если вот сейчас пешку Е переместить на b2, то будет b2, b1, ладья, мат. Как тебе? Вот это план! Так, ну... давай, так, сходим. И заберем. А медленно, да? Но если сильно, сильно медленно, тоже нельзя. Ну, ладья b3. Ну все, отъедай быстрее пешки. Тупить чуть-чуть, подожди. Чуть-чуть тупить? Да. А как мы мат дадим ладьей? Ну, превратим вот эту пешку в ладью и дадим ей мат. Ну, для этого нужно короля отрезать. Для этого нужно по времени просесть. Ну хорошо, просядем по времени. Сильно. Вот я думаю, секунд 35 себе можно оставить тут. Может быть, король f8 сначала? А, это он пешку следует, да? Да. Я бы уже что-то это как там, прям заподозрил бы. Видишь, он накатывает.
хорошо получается. Медленно перетаскивать фигуры, да? Ты доволен? Может, я слишком... А, ну ладно, видимо, не в настроении сдаваться. Давай сейчас сделаем вид, что мы думаем над... Я могу король c7, король b8 просто выловить этого коня, понимаешь? Ну. Но мне страшно, что он сдастся после этого. Иди король c6. Зачем его? То есть ты будешь, хочешь сказать, что он будет 37 секунд играть до конца? Надеюсь, что да. Понятно. Надеюсь. Я тебя спросил, можешь добавить коня? Ты сказал да. Я сказал король c6, ну ладно. Король c6 под бой. А, ну король d6. Ну так. Диман ТВ. Кто? Диман ТВ. Диван. А, диван, диман там. А, диман. Понятно. Ты просто... Ну ладно. Так, все, поехали. Опять с диваном ТВ. Есть вроде такое кабельное телевидение, по-моему, диван ТВ. Да, но это диман. Такого кабельного телевидения вряд ли существует. И понимаешь, Никита, нужен соперник, который никогда не сдается. Вот кто у нас в группе никогда не сдается? Соперник Николая Портнова в последнем турнире. Николай провел 4 ферзей, но соперник не сдавался. И в итоге состоялось про 50 ходов, партия закончилась ничью. Серьезно? Да. Это был лучший момент всего турнира вообще. Так. Кто такой Александр Кондашов? Не знаю. А из какой сферы хотя бы человек? Я не знаю, мне друзья добавились. А, ну... Не знаю, меня, например, сегодня спрашивали, когда новые ролики на планете. А, ну чё, чё ответил? Не знаю, Кирилл пьет. И не подставит. Здорово. Так, ну... Кстати, да, нам нужны блицушки. Нам нужны блицушки на планете. Так есть блицушки. А, ты сегодня они были выложены, да? Да. Это были последние. Так, а на доске пока ничего интересного. D5. Нужно помедленнее играть, Никит. Да, да, я понимаю. Может быть, в пульку проще это будет сделать? Там, да, они точно сдаваться не будут. Да, может быть. Нам же там тупо ладьей надо поставить мат. Давай эту партию доиграть, все равно надо. Ну, конечно. Победет. А что ты не хочешь накинуть? Как-то координация чуть нарушается. О, ужас. Нарушается координация. Ну, Queen E3, конечно, неудачно расположен, на мой взгляд. А тут пока он хорошо расположен. Не знаю, куда он пойдет в итоге. Я бы C3 пошел, не задумываясь. Почему ты не пошел в C3? А зачем? Почему ты все время ждешь, когда он возьмет на D4? Я хочу дать ему шанс. Пожалуйста. Исправить свои ошибки. Ну а Б? Нет, слон B7 тогда. Слон B7 точно. Слоном лучше. Вообще не берет. Зажрался. А, типа, мы вот так вот грамотно вскрыли линию. Сейчас дадим мат, да? Да, но для того, чтобы сейчас дадим мат. Что делать? Я не знаю, зачем ты хочешь давать мат. Пускай сейчас пойдет слон d6, вот. Слон d6, и мы дадим ему уйти в 2-0. Да, но у него ферзь под боем, понимаешь, в чем дело? Угу. Поэтому он так не пойдет. Ну давай сделаем вид, что мы его, что мы это не видим. Ну он не сделает вид, что он этого не видит. Вообще сейчас будет сдача, я чувствую. Нет, диван ТВ будет играть до конца. Хотя, человек с таким рейтингом, таким ником, мне кажется, что... Все, битва. Ну, ждем очень долго, да? Давай 30 секундочек. Я просто слишком сильная матовая атака, не знаю, что делать. Ну как вот не дать шаг? Никак. Блин, завтра чемпионат России. Ты сделал все трансферы? Да.
Я посмотрел твою команду, у тебя, как обычно, ни о чем. Как Как ты вообще обычно, набираешь много очков, я не понимаю. отгоняешь на 20 очков. Ну не на 20, не намного. На 15, хорошо. Даже меньше. 15 ровно. У тебя 73, у меня 88. Я тебя догоню в этом туре. По количеству спартаковцев меня бы давно обогнал. Так, ну вот. Ну вот 44 секунды. Два ноля. Да бей, бей. Ну ты уже приготовил пешку Б, да? Заранее. Я надеюсь, что это прокатит. Хотя все равно шансов маловато, нет? Надо проседать по времени, сейчас будет. Ну вот ладья А8. Ладья А8, но он зевнет мат. Смотри. Ну, против, я не буду его ставить, если он зевнет. Он съест нашу пешку. Окей, неудачные попытки были записаны.